И что ты здесь забыла? Да я просто смотрю. Я... Вот и я смотрю. Вторую неделю здесь ошиваешься. Архитектура интересная. Рули-ка отсюда. И чтоб я тебя больше не видел. Ругаетесь. Фотографируйте. Нельзя. Архитектура, понимаешь? Ну, за именинницу? Не развернешь? Я как раз собиралась. Так. Это потрясающе. Я же о ней мечтала, Ольга Наумовна. Слушай, я хотела тебя утром еще поздравить, но ты почему-то трубку не брала. Телефон. Черт, только не это. Птаха, есть дело. Ты можешь определить, где мой телефон сейчас? Все, давай, я жду. Потеряла. Подожди, ты же вот месяц назад потеряла. Это был новый. Девочка, 33 несчастья. Днем рождения. Что нам подсказывает опыт многострадального человечества? Маленькие неприятности нам даются для того, чтобы избежать больших несчастий. Мне пора. Я в управлении книготорговли до вечера не появлюсь. Завтра расскажешь, как отпраздновали. Хорошо. Не грусти. Я побежала. Девушка, девушка, вы что-то сказали? Вообще-то да. Мне нужна история крестовых походов Мишо, дореволюционное издание. Найдется? Именно дореволюционное? Товарищ Маврики Вольфа. Может быть, вы посмотрите в каталоге? Да, могу, конечно. Только крестовых походов у нас точно нет. Жаль. Но если вас интересует что-то от Вольфа, у нас есть московские смуты времен правления царевны Софьи Алексеевны. Смута не мой профиль. Интересует в основном средневековье. Ну, тогда тоже было беспокойно. Вы забавная. Вы, наверное, преподаватель? Аспирант из ТФАК университета. Правда? Здорово. Тоже имеете отношение? Почти. Вы знаете, я постараюсь для вас найти историю крестовых походов. Заходите на днях. Телефон? У вас телефон звонит. Одну минуту. Букинистический? Это я. Засек твой тел. Таха, ты гений. Сам знаю. Район улицы Полевой. Это вообще где? Я тебе утром оттуда присылала фотки. После работы метнусь. У нас сегодня вечерина, помнишь? Конечно. Давай, не опаздывай. А то я уже всю эстраду пригласил, и забугорные селебы обещали подтянуться. Неудобно получится, если продинамишь. Таха, я тебя обожаю.
Пойдемте? Идти можете? Да, могу. Вам все подошло? Да, спасибо. Ваши вещи я закинула в стирку. Большое спасибо, извините, что так. Меня зовут Карина. Елизавета, очень приятно познакомиться. Приятного, конечно, мало, лучше бы я вас в больницу отвезла. Да нет, все в порядке. Руки, ноги целы, голова на месте. Вы так смотрите на меня. А вы случайно не актриса? Случайно нет. А почему вы спросили? У вас такое знакомое лицо, я вас где-то видела совсем недавно. Ну, меня часто об этом спрашивают. Угу. Ваш велосипед, кстати, не пострадал. Супер! Я как раз недавно его купила, так что из меня еще та велосипедистка. Не человек, а 33 несчастья. Из-за велосипеда? Да из-за всего. Вот под колеса к вам попало в собственный день рождения. Высший пилотаж. У вас сегодня день рождения? Да, я вам сейчас покажу паспорт, смотрите. Сейчас сделаю. Нет, не надо паспорт, я вам верю. Тогда я пойду. Послушайте, Лиза, на самом деле, я думаю, что вы можете остаться здесь. Вы придете в себя, отдохнете как следует, а завтра поедете, ну и вещи ваши заодно высохнут. Но мне как-то неудобно злоупотреблять вашим гостеприимством. Простите, минуту. Да. Алекс, не надо никуда приезжать. К тому же у меня завтра выступление. И даже если бы... Алекс, я тебя очень прошу, избавь меня, пожалуйста, от этих разборок. Вот, располагайтесь. Места много. Мне как-то даже неловко. Да бросьте. Может быть, вам нужно кому-то позвонить и близких предупредить? Да хорошо бы. Вы не могли бы дать мне телефон? Я свой сегодня утром посеяла. А, 33 несчастья? Подождите, сейчас, секундочку. Так, кое-что пришло. Сейчас. А, вот. Вот, вполне рабочий, только его нужно зарядить. Спасибо. Вы можете его оставить себе, я им все равно не пользуюсь. Но... Считайте, это мой подарок вам в день рождения. И маленькая компенсация за случившееся. Спасибо. Ну что ж, кухня внизу, в холодильнике сок, вода и бутерброды. Отдыхайте. У меня еще масса работы. Как же ты достал, Алекс. У меня адский форс-мажор. Буду завтра утром, не злись. Целую, чао. Детка, у тебя все дверь нараспашку. Объясни, что происходит. Ты решила слить меня? Я уже сказала тебе, ничего не получится. Ты не можешь так поступить со мной. Слушай, давай только без дешевой мелодрамы. Мы взрослые люди. Карина! Карина! Thank you.
Карина! Карина! Не появился. Я ничего не понимаю. На звонки она не отвечает. Послушайте, у нас прямой утренний эфир. Через 6 минут госпожа Ратынская обязана быть в кадре. Ну, может быть, она еще успеет. Карина очень обязательный человек. Кариша, это бесчеловечно. Я 10-е сообщение тебе оставляю. Тебе, конечно, наплевать, но ты сорвала съемку. Да, сорвала съемку. До свидания. Я дома. Злишься, да? А ты даже не представляешь, что со мной произошло. Почему представляю? Ты обнесла секонд-хенд, в тебя охранники стреляли. Короче, ты убита. Наповал. Спасибо за вечеринку, было очень весело. Ну так, ну не обижайся, ну так, ну, ну чего ты? Где шмотки взяла? С трупа сняла, что ли? Сейчас я переоденусь и все тебе расскажу. Что за черт? Карина! Господи, это еще что? Алло, полиция? Ты только посмотри! Я забила ее имя в поисковик. Знаешь, сколько ссылок мне всплыло? Почти 700 тысяч. Ты не представляешь, с кем я познакомилась. Ну, познакомилась и познакомилась. Че, в раж-то впадать? Таха! Вот. Победительница конкурса «Концертина Прага», международного конкурса в Монреале, Женеве, конкурсов Никола Паганини и Яна Сибелиуса, лауреат скрипичного конкурса имени короля Елизаветы. А что только лауреат? Мимо первого места пролетела. Откуда мне знать? Вот, лучшие концертные площадки мира, Альберт Холл, Берлинская филармония, Ласкал. Богатая, наверное. При чем здесь это? Могли бы компенсацию срубить за твои увечья. Какие глупости, Птах. Да и телефон могла бы, знаешь, получше подогнать, а не этот кирпич. Я, конечно, подозревал, что могло произойти нечто экстраординарное, но такое... Такого даже в страшном сне не привидится. Эта картинка до сих пор стоит у меня перед глазами. Кариша в луже крови. Виктор Алексеевич, я очень хорошо понимаю ваши чувства, но все же давайте вернемся к фактам. Давайте. Вообще странно все это. Что именно? Что она вот так у тебя в дом впустила свой. Я бы сразу что-нибудь заподозрил, там, какую-нибудь подставу или разводку на бабло.
Это потому, что ты подозрительный и мрачный тип. А Карина, она простой, но светлый человек. Если хочешь знать, я иду к ней сегодня на концерт. Хочешь со мной? Спасибо. Без меня. А как вы вошли в дом? У вас есть ключ? Ну что вы? Дом был не заперт. Карина жила одна? Насколько я знаю, да. Она одиночка, в принципе. Я проработал с ней последние 5 лет и могу с уверенностью это утверждать. Семья? Семьи у нее нет и никогда не было, она сирота. Наверное, это и наложило отпечаток на ее характер. Можно подробнее о характере? Замкнуто, осторожно. Тяжело сходится с людьми. А личная жизнь? Ну, насколько ее может себе позволить человек, гастрольный график которого расписан на 3 года вперед. Правда, в последнее время она встречалась с одним молодым человеком. Знакомы с ним? К сожалению, да. Крайне неприятный тип. Александр Величко. Глафира была права, когда говорила, что данный мезальянс до добра не доведет. А Глафира это кто? Ну как же, это вдова профессора де Зубри. Он, собственно, и открыл латынскую для мира классической музыки. Я ей уже позвонил и рассказал о случившемся. Скажите, а имя Елизавета Соловцова-Растопчина вам о чем-то говорит? Впервые слышу. Ну, что скажешь, друг любезный? О, привет, Зинуля. Значит, судя по окоченению трупа, смерть наступила в районе где-то 1:30. 7 ножевых ранений, 1 смертельное в поясничный отдел. Задета брюшная аорта. При таком ранении шансы на выживание минимальны. Ну, она прям вся кровью истекла. Можешь картину описать? Изволь. Преступник наносит несколько хаотичных ударов в область диафрагмы. Жертва пытается защититься, отсюда порезы и раны в области предплечий. Но особого сопротивления она не оказывает. Нюансы будут позже. Ясно. Вот это он, подойдите к нему. Куда? Имею что сказать. Сведения исключительной важности. Как к вам можно обратиться? Здравствуйте. Капитан Мурзин Сергей Валентинович. А я Шилкин Григорий Петрович. Так что вы хотели мне сообщить, Григорий Петрович? Да тут 2 недели кряду одна девица шастала на своем велосипеде. Вот непосредственно к этому дому подъезжала, фотографировала даже только с той стороны, с берега. Да, не далее, как вчера я ее оттуда дошуганул. А что конкретно фотографировала? Не обратили внимания? Да вот, этот дом фотографировала. Здрасте, Ольга Наумовна. О, Лиза, что у тебя там за авария случилась? Ты мне так по телефону ничего и не объяснила. Да, авария пустяковая. Знаете, там незначительные ушибы, но вы не представляете, с кем я познакомилась. Ну, почему же? Представляю. Он уже с утра тебя разыскивал. Кто? Этот молодой человек. Представился Савелием, оставил свой номер телефона. Савелий. Ты знаешь, такой молодой, очень харизматичный и чрезвычайно воспитанный. Ну да, да. Только он не меня искал, а дореволюционное здание крестовых походов Мишо. Значит так, Елизавета, ты не имеешь права упустить это счастье. Из всех твоих поклонников... Каких поклонников? Ну как же, у тебя же был этот, как его... поэт-авангардист. Mm-hmm. Еще реквизитор из оперного театра с таким смешным именем. Эрандир Мари? Да-да-да. Ну, еще был разносчик пиццы. Конец списка. А авангардист до сих пор мне 3000 должен. Вот. Пора. Пора устроить крестовый поход за собственным счастьем. Слушай, Лиза, я тут Савелию сказала... В каком сквере ты обычно обедаешь? Ольга Наумовна. Молодой человек, подождите. Вот это очень интересный экземпляр. Я вам сейчас даже, знаете, вот посоветую. С
Скоро закончим, Зинаида Васильевна. Орудие преступления не нашли? Скорее всего, преступник унес его с собой. Потом займемся первым этажом. Зинаида Васильевна, пришла Глафира де Забри. Зовите. Это правда? К сожалению. О, молодцы. Когда Витя позвонил мне, я просто не могла в это поверить. Это же какой-то маг. Да, меня зовут Симонович Зинаида Васильевна, я старший следователь. Голубушка, это совершенно лишнее, все равно забуду. Так что вы думаете, это было ограбление? Пока мы ничего не думаем и не можем утверждать. Нет, нет, нет. Я так не думаю. Вы знаете, я думаю, что это было убийство. И все к тому шло. Почему вы так решили? Около года назад у Карла появился возлюбленный. Александр Величко. Бывший боксер, совершенно отбитая голова. Ну, а нынче владелец клуба. Интеллекта ноль, зато амбиций масса. Честно говоря, я не знаю, чем там можно было увлечься. Но Карла первое время была увлечена им по-настоящему. А потом? А потом эта связь стала тяготить ее. Она сама мне об этом рассказывала. Вы знаете же, мы были очень близки. Я знала Кару еще девочкой. Отто, это мой покойный муж. Он сразу разглядел, какой это был бриллиант. Скажите, а Карина хотела расстаться с Величко? Знаете, однажды я видела, как они ссорились. Испанская Карида нервно курит в сторонке. Значит, все серьезно. Видите, чем это закончилось? Глафира, раньше этот дом принадлежал вам. Да, да, вы знаете, я и Отто, а Отто это мой покойный муж. Да, вы говорили. Когда он умер, я практически перестала здесь бывать. Поэтому отдать дом Каро было, конечно, лучшим решением. Отдать? Конечно. В память об Отто. Но... Знаете, Корона стояла на покупке и заплатила за дом даже больше, чем он стоил в действительности. Карина была состоятельным человеком. Как любой исполнитель с мировым именем. Но, вы знаете, деньги и ценности она здесь, конечно, не хранила. Но, согласитесь, глупо что-то оставлять, когда ты 10 месяцев в году гастролируешь. А кто про это знал? Все. Знали все, все окружение. А в этот круг знакомых входила Елизавета Соловцова-Распочина. А кто это? Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Вы узнали мое имя? Еще вчера. Я Савелий. Ну да, мне говорили. И телефон вас ждали. Если что-то выяснится с книгой, я вам позвоню. Что-то еще? У вас замечательный директор. Да, я знаю. Оказывается, вчера у вас был день рождения? Угу. Хорошо отпраздновали. С размахом. Завалились к моей близкой подруге Карине Ратынской. Карину знаете? Нет. Нет, не знаете? Но это скрипачка с мировым именем, звезда исполнительского искусства. Посмотрите при случае. Хорошо. Елизавета, может быть, как-нибудь выпьем кофе? Вы сказали, кофе? Да. Что-то не так? Давайте. Сегодня? Давайте. Нет, сегодня не могу никак. Просто у Карины концерт в филармонии, она обидится, если я не приду. А может, я составлю компанию, если не возражаете? По поводу камеры выяснили? Да, спасибо. Камера рабочая, Зинаида Васильевна. Через полчаса приедет техника, тогда сможем изъять записи. И у меня есть очень интересные сведения от одного из местных. Запротоколирую и привезу. Кстати, а что насчет записки? Датирована сегодняшним днем. Лихо. Осталось только выяснить, кто это. Елизавета Соловцова-Растопчина. Интересная фамилия. Запоминающаяся. Сегодня оперативное совещание в 9 вечера. Буду. Как штык.
тушу сюда. Я не знаю, что делать. Что, пойдем домой? Ну, а ехать без форма. Забрали. Форму забрали. Я ничего не понимаю. Надеюсь, это не последствия вашего дня рождения. Вот владелец нашего клуба. Алекс. Я заказала красные розы, 35 штук, для Карины Ратынской. Ориентировочно к 9 вечера подвезут в городскую филармонию. Спасибо. Александр Величко? Он самый. Симонович Зинаида Васильевна, Следственный комитет. Что-то новенькое. Даже интересно. Санэпидемстанцию. На меня натравливали. Пожарный надзор отсюда не вылезает. Налогу отбиваться уже... Устал. А ваше ведомство впервые заглянуло. Без повода не появилось бы. Клуб я не продам. Вы знакомы с Кариной Ратынской? Странный вопрос. Она моя невеста. Когда вы последний раз виделись? Вчера вечером. А почему вас это интересует? Заезжали к ней домой? Заезжал. А что произошло? Вы помните точное время, когда от нее уехал? Не помню. Половине второго. А что, черт возьми, случилось, а? Ориентировочно в это время Карина Ратынская была убита. Понимаю. Вашу невесту убили. Примите мои соболезнования. Вы поняли, что я вам сказала? Произошло. Несколько ножевых ранений. Я говорил ей. Надо поставить сигнализацию, камеру в доме. Дом на отшибе. Какой защиты? Меня хотели ограбить? Мы это выясняем. Почему же тогда уехали? У Карины сегодня был концерт, она готовилась, а у меня утром была договоренность о встрече с деловым партнером. Скорее всего, она знала нападавшего. Во всяком случае, она не сопротивлялась. Что хотите сказать? Вряд ли это ограбление. Может быть, ей кто-то угрожал? Навязчивый поклонник, фанат? Она ничего такого не говорила. Говорят, вы ссорились в последнее время? Нет. Мы хотели бы жениться. Когда она приедет с гастролей? Позвоните мне, если что-то вспомните. И прошу, не уезжайте пока из города. Зайка. Значит, вы специализируетесь на средневековой романской литературе, да? Когда впервые вас я увидал,
то благосклонным взглядом награжден, я больше ничего не возжелал, как вам служить, прекраснейший из дам. Это кто-то из старых французов? Гильом де Кабестан. И вы пишете о нем диссертацию? Ну, о нем в частности. Моя диссертация называется «Синтез архаики и куртуазности поэзии северофранцузских труверов и провансальских трубадуров». Отвал башки. Полагаете? Угу. А позовите на защиту. С большим удовольствием. Да? А как же крестовые походы? О, это моя вторая страсть. Угу. Не сами походы, конечно, дореволюционные издания. Угу. Ой, вы знаете, мой отец, он всю жизнь собирал старинные книги. Правда? Угу. А вам не кажется, что это знак? Я могу с ним познакомиться? С ним нет. Но с библиотекой можно. Прошу прощения. Эх, это мой научный руководитель. Я оставлю вас ненадолго. Да. Сегодня весь музыкальный мир потрясло ужасной новостью. Убита знаменитая скрипачка. Лауреат международных конкурсов, меценат Карина Ратынская. А можно воды попросить? Да, конечно. Спасибо большое. Мне нужно состояться концерт в городской филармонии. Карина Ратынская была убита в своем загородном доме. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Не заскучали? Все в порядке? Да. Вы знаете, я забыла об одном важном деле. Я должна уйти. Я провожу вас? Нет, не надо. Я потом сама позвоню как-нибудь потом, в другой раз. Ну, что скажешь о татуировке? Татуировка старая. Делалась лет 15-20 тому назад. А вообще? А вообще, Зинули, я бы не придавал большого значения дешевому символизму. Саламандра, латынь. А знаешь, что значит in aeternum? Навсегда. Знаешь, в 15-20 лет все навсегда. Видишь, чем заканчивается? Значит так, смерть потерпевшей наступила около половины второго. Характер ран позволяет утверждать, что оружие, которым воспользовались, достаточно специфично, с зазубринами на обухе. А нападение могло произойти в пылу ссоры? Вполне. А что, думаешь, бытовуха? Этот вариант мы не можем исключать. Когда будет отчет? Остались кое-какие анализы. Завтра к вечеру состряпаем. Жду. Ну что, подробности есть? Не, ничего нового. Черт. Хотя нет, есть. Ну? Как установило следствие, лауреатка-дипломантка была убита случайно знакомой Елизаветы Соловцовой-Растопчиной. Шутка. Согласен, шутка неудачная. Я сейчас же иду в полицию. Что ты им скажешь? А, правду. Тухловато выглядит твоя правда. Провела ночь в доме, где произошло убийство, и ничего не заметила? Ты думаешь, они мне не поверят? Думаю, в этом деле лучше не отсвечивать. Тебя там кто-нибудь видел? Да вроде бы нет. Ну все, отдыхай. Менты нам здесь не нужны ни тебе, ни мне. Но это я не говорю про убийцу. Если вдруг он узнает, что ты свидетель... Да ладно тебе, Лизелот, откуда ему узнать-то? Я оставила записку Карине, поблагодарила за участие и подписалась полным именем. Предположительно, эта девушка и есть Елизавета Соловцова-Растопчина, чья записка обнаружена в доме Ратынской. Что удалось о ней узнать? Ваня. Растопчина, Соловцова-Растопчина, Елизавета Владимировна. 32 года. Работает продавцом в магазине «Букинист». Домашний адрес: Ткацкий, проезд 15, квартира 34. Также в этой квартире проживает ее двоюродный брат Павловский Илья Михайлович. Спасибо, Ваня. Была опознана свидетелем Шилкиным, сторожем одного из домов на улице Полевой. Он утверждает, что Соловцова-Растопчина не один раз приезжала на своем велосипеде к дому, что, собственно говоря, и подтверждают снимки с камеры видеонаблюдения.
А что за пятно у нее на свитере? Предположительно, кровь. Не исключено, что преступление совершила именно она. Приехала, убила и оставила записку, чтобы в течение 2 часов ее могли найти. Ну, что-то это маловероятно для убийцы. А может, это какой-нибудь хитрый план? Ну, Аня? Ни одну из версий мы отметать не будем. Но для начала займемся ближним кругом Ратынской. Это семья, друзья, коллеги и, конечно, ее парень Александр Величко. Возможно, он в этот момент как раз был в доме. И ее друзья, Оленины и Дезабри, утверждают, что пара была на грани разрыва. А Величко говорит, что все дело шло к свадьбе. В общем, нужно проверить, врут двое или кто-то один. Ну, убийство совершить могли тоже двое. Вы имеете в виду Соловцова и Величко вступили в сговор? Судя по тому, что я здесь вижу, выводы напрашиваются сами собой. Соловцова Растопчина вчера вместе с Ратынской вошла в дом в 20:51. Сегодня в 7:45 она вышла оттуда. То есть в момент убийства она находилась в доме. Если она только свидетель, тогда почему убийца оставил ее в живых? Это вне логики. Кажется, так вы выразились, Зинаида Васильевна. Вы хотите сказать, что она убила и 7 часов провела на месте преступления? Это маловероятно. Я бы на вашем месте не торопилась с выводами. Я бы поторопился. Дело-то резонансное. В любом случае обрабатываем все версии. Это семья, контакты, финансы. Все свободны. Пойдем. Я его видела. Кого? Убийцу. Его зовут Алекс. Карина так его называла. Сначала он звонил, потом он приехал. Потом они начали ссориться. Потом я хотела выйти на кухню и поняла, что там кто-то есть. Это наверняка был он. Я еду в полицию. Девушка, простите. Одну минуточку. Елизавета, подождите, у меня к вам разговор. Лиза! Елизавета, остановитесь, Следственный комитет. Капитан Мурзин. Прокатимся? В смысле, на велосипеде? Можно и на нем. Но на моей машине будет удобнее. А зачем? Пока что для дачи показаний. Идите за мной.